Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Вязанок». Хочу рассказать, как вязать вот такую кофту, короткий жакет нестандартного вязания. Сначала мы выбираем рисунок филейный. Примерно на разряд вашей спинки. Это будет основной рисунок. Провязываем квадрат. Провязываем квадрат. Потом одну сторону мы привязываем к квадрату. Вот таким образом. Здесь мы делаем наборный ряд. И оставляем пустое вязание и вяжем просто полочку ровными рядами. Я вязала 2 столбика с накидом. Просто ровно. Теперь мы вяжем другую сторону таким же образом. По краю филейного вязания сначала набирается филейная сетка и вяжется ровно. По бокам для скосов я вяжу принцип реглана. 2 столбика и между ними 2 петельки. По 2 столбика, между ними 2 петельки. Вот таким образом. И потом, как конечный уже результат, набираете по краю филейной клетки рукав, который вяжется таким же очень простым способом. Точно по такому принципу я вяжу еще одну кофту. За основу берется любой филейный рисунок, который вам нравится. Вот. Он просматривается. Чуть-чуть большего размера. Вот. И потом по бокам я набираю и вяжу полочку на ту длину, ширину, которая нужна вам. Со следующей стороны я вяжу то же самое, не забывая провязывать реглан в самом углу. Вот здесь видно хорошо его, вот он. По 2 столбика, между ними 2 петельки. Вот таким образом. Горловину мы не провязываем, она остается у нас абсолютно ровной. И потом ввязываются рукава. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия можете приобрести.